Всем доброе утро! Привет-привет! Фонька вот катается с дедушкой. Вышли мы с Афоськой сейчас на улицу, да, Афось? В принципе-то так-то тепло, но грязюка везде. Везде вот тут у нас грязь, хорошо очень. Теперь будем сушить диваны и кресла. Но тучки все равно сегодня ходят. Вот черная тучка какая. А вот осталось же два бутузика. Два бутузика? Что такое? Вы же кушали. Вы не наелись? Да, привет. Привет. Ты, а ты хочешь погулять? Девочка вот эта вот такая серенькая. Так, куда? Куда? Ты чего это? Ау! Ага, и вот эту черешеньку хотела показать, как уже спеет. Прям после дождя она сильнее покраснела. В этом году, конечно, не слишком много. В том году было очень много черешни. И вот эти ветки прям до земли наклонялись. Сержуня вот подрезала. И смотрите, она теперь как зонтик. То есть верхушку. Вот тут еще была верхушка. Мы ее срезали. И теперь она как такой зонтик. Чисто вот по кругу. Становиться и обрывать. Мы тут приехали по пулю. Проверить, он серпом сейчас. Укропчик, он высокий. И заодно тогда без грязи получается. Вот. Сегодня весь вот этот закончим. И будем пахать. А вот этот мальчик тут хрен рвет, да? Хрен? Прогрыз уже себе велик зубами. Хренчик ему надо рвать. Папуля косит. Ну что вот это вот за человек? Ну вот посмотрите. Затянет его к земле, это просто невыносимо как, да, Фоня? Боже, со Фоней, я не знаю, на каком транспорте его надо катать, чтобы его не тянуло к земле, да? Хорошо, хоть на велике есть пристежка, а то вообще бы уже вывалился. Так, ну а Фонька заснул, и я сейчас буду уже, папуля пошел еще накосить щавля. Мы сейчас будем сегодня начинать срезать щавель. Вот, в общем, будем сидеть мы на лавках, ну, как обычно, за столом, да. И вот наш щавелек, вот такие вот не самые большие пучки будем вязать. Такой вот щавель будет. Вот. Так, а вот же папуля укроп. Ну, я не знаю, весь он или не весь. Ну, в общем, накосил вот серпиком. Виталика Фендер остался. Гитара 12-струнная. И микрофон. А мы вяжем щавель. Мамуля уже вот приехала. Да? Вот, это я уже навязала такую горку. Папа тут. Мое место. А Фоня уже проснулся. Вон он сидит с куском черного хлеба. С подарком. Все бы покидать бы, конечно бы. И тут вяжем. Вот так, как сестра. Фонь, не надо туда, не надо, не надо. Ложи, ложи, молодец, ложи. Ложи, давай. Так, ну я уже приготовила себе обед. Сержуня не хочет. У меня тут остатки роскоши. Сейчас буду кушать. А Фоня тут сейчас катается, да, Фось? Так, мы пообедали, я сейчас же хотела показать вам два букета, которые мне подарили Виталик и Степа. Вот этот букет подарил Степа,
А вот этот вот подарил Виталик. Они вам ничего вообще не напоминают? Я их даже специально в одну вазу поставила. Потому что очень прикольно, да? По-моему, они очень похожи. И самолет еще Афанасию подарили. Такой шарик. Это, по-моему, моя крестная дарила. Ну что, Афонька опять заснул. Поэтому я сейчас буду продолжать вязать. Мы сейчас пообедали, я развесила белье, хотя у нас опять тучки бегают. Ну, если что, быстренько побегу снимать. Сейчас буду вязать уже укропчик. Тот, что вот много коробок было, Степаша забрал. А тут вот мне родители косят, а родители рвут петрушку. Как это сказать? Ну, в общем, там сидят на грядке и щипают. Маму, да вот даже петрушечку принесли. Так, мы сейчас с Афанасикой выехали. Он уже, значит, проснулся. Навязали мы 118 укропа. Вот, родители сейчас пошли лук пробовать уже тоже на рынок. Мы сейчас идем смотреть, как же лук будет сейчас выдергиваться и какой он там будет, грязный сильно, не грязный. Опять у нас тучи. По новостям опять передали, что, в общем, там вчера Краснодар затопило, что если бы вчера был рабочий день, то вообще бы неизвестно, попали бы люди на работу или нет. Так что мы сейчас едем за луком. Малинка, посмотрите, как счастлива, как рада была, что прошел дождик. Она вот как сейчас уже начинает хорошо тут подрастать. Тут даже пчелки летают. Много молоденьких поросли. Этот болтун тоже едет. Едет работать, да, болтун? Петрушку мама с папой же уже нащипали. Пока Мсия там укропчик вязала. Так, ну родители покрупнее лучок выбирают. И в тачку. А тут вот Кинза повсходила. Кинза, кинза. И еще же взошли арбузики, которые вот сеяли дети, дедушка. Вот они. Тут какие-то были проросшие, проклюнулись, в общем, которые они вот побольше, а те, что были сухими семенами, они поменьше. И укроп вот тут вот тоже растет. Гляньте, тут так вот неплохо, а вот какое зеленое место, травой прям его затянуло. Надо все полоть будет после дождя. Поехали, поехали, мой маленький. Ты хочешь ехать? Поехали, поехали. А вот тут морковка какая. Надо сейчас попробовать ее вырвать. Найти тут кустик морковки, какая она. Такая вот маленькая. Посмотри, какая Афонька. Маленькая еще, да? Маленькая. Сейчас пойдем помоем, скушаем. Да, мамулька с папулькой лучок выбирает. Ну что, там есть? Выдергивается? Нормально? Грязный весь. Сейчас будем что-то с ним делать. Обрезать. Сейчас пойдем уже чистить. Давай, сегодня крупнее. Едем, Зая, едем. А тучи тут, конечно, шикарные заходят. И со всех сторон начинают обкладывать нас. Надеемся, что не будет больше дождя. Уже, честно, хватит. Майка тоже начинает уже краснеть. С нее тоже очень вкусный компот, если только с майки. Да, конечно, сахара нужно немножечко посолить. Очень прикольно. Кислинка вкусная.
цвет такой розовенький, красивый. А вон у соседа какая роза, там не только розовая, оказывается, и белая, в общем, красота. С горой, да? Будем считать, сколько же это штук. Ну, с палками, да? Вот так, зелень. С палкой, да, с зеленью. И сейчас папа ножичек, да? Да, ножичек. И нужно... коробку надо. Корень обрез. Прям в ванну. Нормально? Или на что-то, на какую-то эту. Да, он эту поставил. Осторожно. Да. Вон, что-нибудь подставь, вот этот, как козлик. На фоне тут что-то крутит руль. Так, вот мы намолотили лук, я обрезала корешки, и мама с папой обрывали верхние грязные листики. Это вот отходы у нас получились. Мама сейчас будет тряпочкой еще разок протирать и считать, сколько тут мы намолотили. А дедушка с Афанасием, потому что Афоня дедушку увидел и сразу начал... кричать, да? Ага. Блин. 7, 8. Уже и на ручки взял его, да. Ох и дедушка, ох и палуй-то, ну-ка. Несет уже. Ой, Афонька как катается уже с дедушкой на качели, хорошо. Прям держится, молодец. Не, уже к дедушке. Держись, Афоня, держись. Держись, молодец. Да, да, ему везде теперь надо пристежки. А где тут травку? На тебе травку. На, вот еще мама тебе дает. На. Вон папа уже едет. Папа, папуля приехал. Приехала, братва наш. Мотылька. Мотылька? Да, он уже улетел. А папа его нашел? Он уже улетел. А ты его видел? Да, он где был. А у тебя сидел? Нету папы.
А у папы? Ну расскажи-ка, зайка, а как в садике дела? Папа, скучно. 74, да? Ага. Блин, сам что? Ну что ты? 70. Ну это 6 штук до 80. Пойдем сделаем. Женева сейчас хочет уже гулять, как она рвется, боже. От счастья. Мяч где-то на улице, вон он. Вот он тут, Гриш. Если не калиточка. Да, тебе, наверное, один годик, да, сынок? Да, Фоня, пап. Папа, он ждет, пап. А кто к нам приехал? А это что у вас за рыба? Это скумбрия. Рассказывай, а тоже амур жареный. Рассказывай, кто к тетивере приехал? Да. А как тебя зовут? Да, ложи салфетки и вилочки. Моя мелочь. У меня уже есть салфетки. Ты будешь? Я буду. Я тоже буду. О! Маргося. Ты будешь. Я понятно. Мам, Марго, ты будешь? Нет, Марго, не забудем. Ты что, уже домой, Маргарит? Мы домой. Нет? Ты еще погуляешь, ты тебе рад? А сейчас приехала с магазина, хотела купить порошка. Извините за голос, я просто тут ем шоколад. Вот, и купила себе... Хотела купить порошка, купила себе шлепки. В общем, такие какой-то бабушачий вариант, конечно, но, знаете, для дома пойдет. Сланцы не сильно, потому что бывает с носками как-то, знаете, еще колхознее смотрится. Поэтому пока так, за 500 рублей. В общем, нога в них смотрится, по-моему, вполне себе так по-бабушачьему, по-нормальному. А кто у нас в гостях, Афоня? Башка Галя приехала. Пока-пока, помоси. Башки Гали, а у Башки Гали уже другие бусы. Ой, те ж я отдала Маргоши по вашему. Ой-ой-ой. Меня уже прилетели. С первого дня тебя что? Полюбила. Ну, конечно, ты же хороший у нас, конечно. Башка Галя петрушку собирает за Львасей. Степа покосил уже старую петрушку вон там вот, где семенная, прям триммером, газонокосилкой этим триммером. И теперь собрали в мешки и наложили. Антош, привет! Ну и как? А ты все убрал? А это ты купила? Да. Угу. Там собилось. Угу. Расскажи, что ты отнес ящики? Да. Получилось? Да. Так, ну что, я белье уже сейчас одно сняла, темное, теперь сейчас светлое развесь. Сейчас теперь буду здесь вот разбираться со всеми вот этими вот возле крана. Здесь и казанчик надо помыть, и миску. В общем, сейчас все это буду мыть. А дети там что-то так громко гуляют. Что-то они там выдумывают, решают. Вот так, Афанька проснулся. Я тут немножечко поразгребала. Вот тут вот немножко подмела. Запорожка. Перемыла тут все. Запалили костер, чтобы спалить все вот эти вот бумажки, салфетки, бутылки после дня рождения. Я уже их спалила, там они в костре уже. У нас уже луна вышла. Такой хороший вечер, тихий. Посмотрите, тучек нету. Тучек нету. Красота.
А с этой стороны солнышко садится. Ну, уже его не видно, но был очень красивый закат. Я просто пока пошла Афоньку подкормила. И он уже закатился. Нет, это надо на металлолом. Иди на металлолом это отнеси. Отнеси на металлолом. Сейчас купаться уже пойдемте. Папуля у нас тут косит, косилка что-то там ломалась. Он тут вроде бы сделал, но косит. Афоня, как всегда, ему надо везде лазить. Не катается ему нормально. Все, мы выиграли опять. Мам, у нас уже почти 10, я уже помылась, 9:30. Сейчас будут дети идти мыться. Ребят, давайте раздеваться, уже поздно, нужно сейчас помыться и спать, хорошо? Сразу? Да. Афоня, а ты где? Что творится, да, Афонечка? Афось, давай купаться. Пошли, купи-купи. 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 Так, ну что, на сегодня все. Какой-то такой самый обычный день, вязали. Сильно ничего не делали, несмотря на то, что сегодня день защиты детей. Мы всех поздравляем. Афоня там кричит сейчас, там что-то папа с ним. Вот. Но у нас сегодня прям такого дня защиты детей не было, потому что у наших детей была куча эмоций, когда приезжал девушка Лёша. И честно, мне кажется, переизбыток эмоций у детей это тоже... Знаете, чересчур, это тоже не очень хорошо, поэтому они получили свои положительные эмоции. Мы их любим вне зависимости от праздника, вне зависимости День защиты детей сегодня. Знаете, это сродни 8 марта, когда мужчины только на 8 марта дарят вам цветы, а в остальные дни нет. Поэтому для меня лучше бы целый год дарили, а на 8 марта особенно не распылялись, не подлизывались, как говорит мой папа. Вот поэтому был самый обычный день, ребята были в садике, гуляли с Женевой, вообще просто так гуляли. Вот, в общем, на сегодня все. До завтра. Всем пока-пока.